Так, всем привет! Это мисс Шепард, которая бомбанула в прошлой серии. Я искренне за это... Прям искренне за это извиняюсь. Просто в режиме летсплея крайне сложно успеть все. А я, по всей видимости, хотела... В какую сторону я бегу? Так, это вообще левее как-то. Ой, так. Осталось бы понять, какую сторону. А я все хотела охватить все за серию. И, конечно же, у меня ничего не вышло. Да блин. Так, это. Это как-то вот так, что ли? Да-да-да, вот так вот. И там меня замучили три. То есть, получается, две головоломки, которые так шли, которые мне сломали уже на тот момент мозг. И плюс судоку, которую я люблю, но в тот момент что-то вот они не поддавались мне ни в какую. Что пришлось аж подтолкнуть себя и посмотреть, что же я делаю не так-то. Там еще куча попыток было вырезано. Ну, не вырезано, а я на паузу ставила и... Потому что я очень искренне хотела решить все сама, а в результате ничего не вышло. Поэтому... Решила поддаться, так сказать. Что ж, как вас много-то? Так, все что ли? Тут, по идее, ничего особенного не должно быть. Тут просто... Чё-то я, по-моему, разучилась внезапно за день сканировать. Так, здесь ничего особенного не должно быть. Тут просто должен быть какой-то... контейнер. Ну что, все? Нет, не все. Вот еще контейнер. Так, теперь вот, видите, у нас значок наверху. Такой голубенький. Это значит, что уже все. Типа, обследовали это место. На предмет чего-то интересного. Вот. Так. Я прям... Искренне надеюсь, что в этой серии мы закончим Эладен. Говорю, одна из проблем была, что я хотела все закончить по-быстрому. И не уложилась. И в результате еще и времени очень много было. Где мой конь благоверный? Мой благоверный конь. Тут остался конфликт с кланами. Ой, Кроганов. Ну, еще по мелочи. Так, камни для науки, а это что? Давайте пока, блин, камень. И между делом вот, понайдем вот это вот. Так, а в какую сторону? 4000... В смысле? 2000... 2500... 2800... Значит, как-то... Куда-то сюда. Планета мне сейчас не сильно интересна, потому что предыдущая примерно такая же была. И поэтому просто уже хотелось бы уже на астероид отправиться. Там вообще круто на самом деле. И, во-первых, она там даже надоесть себе не даст, потому что она... он покороче. Потому что это астероид. Райдер, осторожно, свалка впереди привлечет падальщиков. Ну давайте подеремся. Чё. Иногда бывает в таких местах что-то полезное.
крайне редко, правда, но бывает открываются и в таких местах. Ты издеваешься, а? Вылези уже. Какие они тут умные. Идите. Потому что сколько можно мучить эту планету уже. Вот иногда бывает тут какие-то вот на таких незначительных объектах активируются какие-то задания. Просто в этот раз я не сильно это все обшариваю, потому что это, ну, физически сложно. Куда-то правее, что ли? Где этот станция? Нам тоже это дает перспективность. Вот, да, сюда. Кажись, сюда. Конечно, как я бомбанула вчера, это было вообще жестоко. Так, осталось еще 5. А чё как много-то? Ну как бы ладно. Так, 900. А, это эти камни. А станции вроде бы не должно быть столько. Вот, по-моему, меньше их осталось. Так, открыть надо. На всякий случай. Сразу так. А чё, как это? В такой заднице-то? Ух ты ж. Да, блин! Не ту кнопку нажимаю. Ну, ладно. Так, я видела, что это где-то тут. Так, и где? Угу. Собственно, все. Так, можно еще сгонять. Вот в той стороне, вот что там еще вот помимо этого всего? Просто я не просто так это все собираю, потому что каких-то интересных вещей у меня не так много, поэтому. А чё, как, чё здесь вообще такое? Таракашку-то завалить мне. Молодцы. Контейнер какой-то. Вообще место какое-то не очень понтовое. Вообще, есть ли смысл тут что-то делать? Да, я... Так, и куда я? Это надо. Куда-то сюда. Я немножечко проспала, немножечко весь день от моих нервных истощений, которые произошли вчера. Ну, в Андромеде, кто это смотрел, это кто смог смотреть это. В общем. И это мне на весь день практически испортило настроение, потому что, ну, я потом даже вечером не смогла поиграть в ту игру, которую, ну, периодично играю, просто на скорость. Там я тоже не смогла себя сдержать.
Это было печальненько, потому что как-то, ну, не хотелось вот так вот. Ух ты, Валькирия. Валькирия это что? Дробовик. Сейчас, наверное, скорее всего, места не будет, да? Как обычно. Сейчас буду разбирать весь свой гардероб. Пистолеты там мне это нафиг не надо, в принципе. Так, что тут есть? Дробовики, я что-то сомневаюсь, что буду использовать. Моды, дробовик. Мне они тоже не нужны. Поэтому можно... И поэтому я взяла ствол для дробовика. Все логично. Так и надо. Но просто в другом случае нам не засчитают, что я... Так. Еще какое-то место неизвестное. Это надо назад развернуться, да? Ой. Прям пустыня. Единственное, не понимаю, почему, когда я после карты переключаюсь, тут все прям типа размывается. Аж слепит. Так, что это? Что-то неизвестное. А? Очередной монолит. Ну тут прям секреток сильных нету, поэтому. Хотя тут вроде бы люди. Что-то как-то непонятно. А, нет, это не люди. Да, залез ты. И чё, всё? Ну да, всё. Можно ещё посканировать, если есть что. Вообще, вот буду и страдаем, но... Я бы в любом случае бы это всё собирала. Поэтому неважно, в какой момент времени этим заниматься. Так, что у нас тут? Найти Изабель. Пойдем, Изабель найдем. Она где-то... Так, и по пути... По пути... Должен быть какой-то тайник. Без тайников жизнь не та, поэтому... Пойдем заберем. Блин, еще где-то наверху, да? Серьезно. А где? Вот там какие-то следы, что якобы можно так вскарабкаться, но я что-то очень сильно сомневаюсь, что это возможно. Ой, ё-моё. Ну, тайник пока что в приоритете. Так, а где он? Вот если бы мне в прошлый раз, когда я первый раз играла в эту игру, мне сказали, что он может так делать, вот цены бы этому не было просто. Его, по сути, даже прокачивать не надо было, а я все силы угрохала в прошлый раз, чтобы его прокачать. И времени. Я покупала, добывала, только что не делала, чтобы находить эти ресурсы. Это просто была жесть. Так, теперь начинается с, опять с карабкиванием. Я скарабкаюсь как-нибудь. Так, тут есть какой-то бугор. Сначала на него. Ага. Я даже логику этих бугоров начала понимать. Потому что раньше это просто тупизна полнейшая была. Тяжелый ближний бой, пистолет.
Сейчас что-нибудь выкинем. Броня. В груди тут я что-то, по-моему. Ну, конечно, печально это все, но, блин, мне надо что-то выкинуть. У меня ничего нет. Так, и там что-то секреточка какая-то была. Пойдем секреточки. Ну, по сути, тут осталось раз, два, три, четыре. Ну, камни для науки это все общее. Вот оно тут. А, аномалия на сканере я так и не дошла. Ясно, понятно. Как говорится. Так, надо спуститься, да? Где это было? Сегодня мне пока что определенно настроение лучше, чем вчера. Я даже свое видео смотреть не могу вначале, потому что я просто была убитая. Это что вообще? Это что за... Просто кораблик или что это? Ну хрен знает, что это. Так. И тут что-то в кустах запряталось. Море Атараксии. И что, на меня даже не нападут здесь? Что за место такое? Так. Вход, наверное, определенно где-то с другой стороны. И что здесь? Такая музычка здесь еще такая. Я сейчас не понимаю. Тут либо задание какое-то должно было быть, и его нету. Потому что просто так такое место здесь, но что-то я... Контейнер только. Вижу контейнер. Блин, почему мне дробовики дают? Блок данных. Поставка задерживается, придется тебе стать тем, кто... то сообщить большому Террону, что он не получит свои пушки. Я же пока придержу здесь Изабель. Не хотелось бы кровопролития. Изабель. Здесь упоминается Изабель. Отмечаю координаты. Мы почти ее нашли. А, это все-таки связано с тем заданием. Интересно. Так, где мой благоверный конь? Ждет меня. Блин, что-то как-то... Они же изначально были, ну, отмечены, эти координаты. В чем прикол? Как бы... Ну, ладно. Так, ага, это как-то дальше. Ой, слепит глаза пустыня. Кстати, из виду пропал этот молотильщик, который архитектор. А здесь, насколько я помню, его придется все-таки бить. Куча хлама, без бандитов. Дымящаяся куча.
Стена, конечно, моя процветает, но что поделать. Кстати, они пытаются, типа, уворачиваться даже. Что прикольно. Там еще кто-то остался. Так, все, ты убиваешь моих ребят. Заходи, я хочу с тобой поговорить. Это Изабель? Похоже, она тут главная. Ахаха. Я что-то, если честно, не помню. Тут блок данных. Сегодня мне повстречалась одна шайка Лейка, направляющаяся поглазеть, как мышонок будет показывать свои фокусы. Говорят, он тут избранный, что поведет нас к славе, и что если принести ему жертву, он защитит тебя от жары. И уж поверьте, именно от меня это меня заинтересовало. Бьюсь об заклад, у него в лагере полно всяких ценных штуковин. Думаю, прогуляюсь с этими тупицами, может, и что и выговорит. Мне это уже не нравится. Типа, еще какое-то задание активировалось. Так. Сейчас мы... Мне этих генератор это типа как в трилогии могло бы помочь, если бы мы играли на какой-то более сложной сложности, возможно. Потому что я, если честно, не понимала. Так. Для чего они и в трилогии бы нужны были? Так. Тут уже. Типа люди. Изабель Хелси. Дай секундочку, я покраду тебя. Если тут есть что красть, конечно. И есть что. Сейчас я... Как бы лишнее абсолютно ноги. Минералы лишними не бывают. Поэтому я как бы заберу. Заберу у тебя. А с этой стороны что? Блин, а я их не сканировал, что ли? Возможно, и не сканировала. Итак, ты с Нексо, надо было догадаться, я с вашими не торгую принципиально. Если ты Изабель, то меня послал твой брат. Кент? Зачем? Он хочет, чтобы ты вернулась с ним на Кадару. Можешь ему передать, что я никуда не пойду. На Нексосе я была помощником поставщика, на Кадаре я бегала на посылках. Теперь я уже поставляю оружие самым сильным бандам Эладена. Я получаю выгоду, и под защитой никто не смеет меня тронуть. Наконец-то меня уважают. И что самое главное, мне не приходится общаться с подохливанками Нексуса. Ну... подхалимами. Тут только... если сейчас. С одной стороны, нет, если она тут счастлива, то пусть оставайся. Я скажу Кенту, что ты не теряла зря время здесь. Хорошо, что мы пришли к соглашению. Теперь проваливай из моего. Просто ее заставлять уходить, ну, ради чего? Просто как бы, я как понимаю, здесь не имеет значения, главное, как поговорить с ней.
Это не будет влиять на что-то прям конкретно сильно, что-то. Это такое нейтральное такое задание, которых здесь очень много. Просто принимаешь решение, и как бы тебя за это и не побьют, и по голове не погладят, конечно. Так. Конечно, сейчас в кочевнике вообще отпала возможность, потому что сейчас меня не будет излучать вообще ничего. Так, теперь пойдем, как обычно, по душу тайников. Правда, я не знаю, куда они в этот раз его засунули. Даже представить себе не могу. Потому что некоторые тайники засунуты так, что просто вообще непонятно, как их доставать. Так, а тут где они могут быть? Вот без маркеров тайники вообще бы и вообще нельзя было бы найти. Это вот стопудово. Это, конечно, взято с Dragon Age Inquisition. Там что-то тоже вроде этого было. Но там даже не... Подожди. И чё? Куда делась-то? Левее. А, вон, господи. А как представляете, как я туда должна попасть? Хотя здесь шины. По идее, можно проехать в теории. Ну все, собственно. Мы погрязли. Так, мы погрязли. А как вот еще можно так-то ехать-то? Вот как? Вот как бы... Так. Стоять! Система защиты отключена. Есть что-нибудь, Сэм? Это-то к чему? Мне просто очень сильно посчастливилось до сюда добраться. Вообще просто. Пистолет. Ща, ля-ля-ля. Ой, дробовики. Ну я оставлю, не знаю, нахрена мне это вообще надо. Ну, по сути. Ну, просто так, для... чтобы что-то было. Так, а где мой конь благоверный? Где я его оставила? Благоверный конь. В нем где-то. Он спускается, мой благоверный конь. Его перехватить бы желательно. Так. Так, пока мы здесь... И что, это последний? Нет, не последний. Еще два тайника. Если там еще что-то не выплывет. В той стороне, где мы не были. Так. В какую сторону? Блин, это в обход, что ли? Походу в обход. Так, ну в обход, так в обход. Главное, мы все с хранилищем закончили. Оно мне просто... Перестарались, чуваки. Я как бы похвалил? Хвалю. Нет, если отдельно там просидеть часочек, просто посвятить этому всему, но... пытаться выполнить все, включая это хранилище, это практически невозможно.
Это жесть, если ты хочешь своим умом еще это выполнить. Просто вдвойне. Просто первый раз я там загадку с 5 пультами. Я просто смотрел в Ютубе. Просто там с самого начала, как она выполняется, и все. Как она выполняется, вообще не поняла. Даже когда сама ее решила. И то не ожидала, что я решу. А вот загадку с пультами, которая другая, которая не помню, что даже открывает. А, да, открывает дверь, за которой секретик должен был лежать, который мы просрали из-за того, что я не захотела снова бежать. И мне, в принципе, не было уже и, скорее всего, сохранения, потому что... Возможно, не было. Потому что там все на автосохранениях, в принципе, в основном. Так, и где это? Не понимаю. И где? Так, я же найду. Видимо, надо ввысь подниматься, да? Еще не понимаю. Вот индикатор пропадает и все. Ты что это за хрень такая? Ты даже не понимаешь, куда ехать надо. Ага. Опять появился. И чё, куда? Не понимаю. Не, он показывает вниз. Опять появился у нас супер тайник, который хрен пойми, где он находится, да? Где? Где он находится? Он что? Опять пропал куда-то. Так, ниже. А-а-а. Почти угадала. Как ни странно. Я не знаю, у меня вот в прошлый раз, в общем, было очень много интересных улучшений для брони и всего остального. Где я их брала, вот просто без памяти, просто я не знаю даже. Так, можно выполнить, если уж идти более-менее по... Давайте с этим, с лекарством, с Лекси сделаем. Так, источник воды, мать. Вот не хотелось бы этого сейчас делать вообще. Может, тогда это все на потом. Короче, крушение. Давайте тогда вот так сделаем. То, что сейчас на источник воды вот не хочется. Там, по-моему, не так запарно, но... Насколько помнится, не все так просто с этим заданием. Блин, я, конечно, нерационально это делаю. Так, в какую сторону? Угу. Там мы еще пока что полчаса этим занимаемся, но я просто не знаю, как... И как ты представляешь, как мне его достать? Прям чую отголоски инквизиции. Прям отголоски инквизиции. Тут она вообще не хочет, как бы. Ой, господи. Кто это придумал? Да мне плевать. Давайте с
стреляетесь, хоть убиваете друг друга, мне все равно. Тут даже не один контейнер. А, это туда ввысь. Нет, я даже, возможно, попаду наверх даже. А вы зачем за мной идете? Я-то просто маньяк, идущий за лутиком. А вы-то чё претесь со мной? Скажите. Ва-а-а! Тут, скорее всего, возможно. Нет, тут ничего нет. А, это этот. Ладно. Так. Что-то слишком много секреток. Может, реально за водой пойти? Это все вокруг потом будет. Ай, блин, не знаю, как лучше. Ладно, пошли вот за этой штукой. Она тут недалеко. А вот как мы потом буду молотильщика искать будем, потому что он не везде, а далеко роет ямы, так сказать. Вот это очень интересно. Ну и ладно. Найдем дом. Ой. Вот вы видели, он просто, по-моему, из земли просто достался. Закончитесь, нет? Просто что-то как-то впервые такое. Они как будто просто спамнятся и все. Все. Да, все. Вообще не знаю, что это. Это, по-моему, вообще мусор, что мы подбираем по большей части. Кадмий. Для чего-то это надо, короче. Так, ладно, можно камни для науки. Камни для науки, а ничего. Ладно, давай. В принципе, один тут получается. И что получается, потом оставшиеся два, они на этом, что ли? На астероиде? Ну ладно. Задание такое... Никакое, но... Оно есть, его надо выполнить. Так. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Heads up, looks like a scavenger. Что ж, мне кажется, впереди свалка опять. Одни свалки. Одни свалки. И что здесь? Тут
Кроме этого, по-моему, ничего нет. Нет, вот еще что-то было. Блин, аномалия. Блин, ну я лучше это. За все как-то браться это такое. Уж выполнить что-нибудь одно. Самое плохое, когда задание располагается просто в нескольких местах и не рядом, поэтому бегаешь туда-сюда. Опять монолит, да? Да, монолит. Так. Вечно забываю это вот активировать, потому что... Чё, как вас много-то? Они изначально, кстати, настроены невраждебно. Но смысл. Ну, в общем, смысла нет их пытаться мимо них пройти. Так, не ту кнопочку. Контейнер. И чё, всё? Да. Ну, я не знаю, даже есть тут какой-нибудь левый контейнер, уже не буду обращать внимания. Так. Так, так. Да. Так. А, мы за камнями. Да, мы за камнями хотели. А, еще ангарская реликвия в той стороне. Да, мы просрали возможность. Ой, как далеко-то. О-о-о. Кремний. Не знаю, хотя бы за 2 часа. Я уже загадывать ничего не хочу. Когда спешишь, вечно идет какая-то фигня, поэтому... Нет, я пока не настроена с тобой, дружок, драться. Я с тобой подерусь, когда... Тут уже все будет чисто, конкретно чисто. Так, ничего, не пропускаем. Нет, не пропускаем. Все хорошо. Все прекрасно так. Да иди. Не хочу драться. Не хочу. Ну, кстати, по-моему, даже если мы захотим, сейчас не получится с ним подраться. Это в какой-то определенный момент происходит. Например, на Войлоде это задание. То есть... Там, по-моему, задание какое-то. Надо было найти ученых, и, типа, на него натыкаешься, и, типа, его надо было убить по заданию. А где там еще был? Где-то он еще был. На Эосе, по-моему, тоже случайно натыкаешься на него во время задания какого-то. Короче, это не просто так. От нечего делать. Чё, как далеко, а? Давай. Дальше будут падальщики, если их не доконало солнце. Какое солнце? Мы очистили планету. Не знаю, как это вообще связано с... со старением планеты, но... Мы все исправили.
Мы молодцы. А чё как? Чё там со скверна такая? Да, скверна. Странности. Крайне странности, короче. Ну давай. Да, блин, не то. Не то. А, блин. Так. Подеремся, окей. Подеремся. Не знаю зачем, но подеремся. Это просто кусочек скверны. Типа опыт. Устройство реликтов. Припроходит возможность следует произвести сканирование. Припроходит, я извлек из этого хранилища фрагменты данных, они могут пригодиться нам позже. Не зря пришли. Не знаю ради чего, я не успела прочитать. А для чего это все? А сейчас скверно, на самом деле, интересно выглядит. Непонятно, короче. Так, мама, куда? Тут аномалия. Ну, мы идем в ту сторону. А сколько здесь осталось? Не, ну я, если честно, больше не вижу тут ничего. Ну, имеется в виду вот эти передовые станции. Была последняя, что ли? Пойдем аномалию изучим. А, не аномалию, это реликвия для ангара на АЕ. Что-то я перепутала. Аномалия это в другой стране. Давай. Ой. Конечно, ради этого переться. Ой, там тоже опять кусочек скверны, да? Да, да. Только здесь что-то вообще тихо. Подозрительно. Вернуть, короче, надо вернуть. Надеюсь, это последний. А возможно, не последний. Возможно, вернешься к ней, она скажет потом, иди на астероид, ищи артефакт, которого до этого там не было. Вот так вот работает чуть-чуть. Ну, контейнер. Так, а что здесь еще? А если просто проехать вперед, что там есть? Я не думаю, что там что-то есть. Там же конец карты хоть где-то должен быть. Ну, это как-то бессмысленно, конечно, делать. Окей. Ну проверить-то надо. Ой.
А, да, конец карты. Собственно, на конец карты мы и наткнулись. Так. А куда можно телепортнуться? Теперь тут. Тут как раз два тайника. Или один тут как? Что-то я один тайник вижу. До этого два было. Или мне приснилось. Что-то одно из двух. Короче, сюда. Ой, так. Ой, так. В какую сторону? Пошли. Тут ничего нового не должно быть. Мы эту территорию... Блин, это тот самый тайник, который я так и не поняла, где он находится, да? Скорее всего, да. Скорее всего, на этой дурацкой башне. Так, мы даже добрались, фига себе. Это вдруг тут даже меня рельеф нахер не послал. Чё вдруг-то? Сейчас подожди. Так, что у нас тут? Валькирия, не знаю, мне кажется, это хрень собачья, поэтому. А Валькирия, она что дает? Вот у меня что сейчас? Не сильно отличается, если честно. Песчаная буря, кстати, возможно, даже неплохая. Не знаю, почему мне кажется. Можем оставить ее. Посмотреть, что она такое. Снайперский ближний бой, дробовик, вот это вот все нафиг. И что запихиваем, что осталось, и пошли отсюда. Так, так. Турианский ковчег, крушение. Пойдем на крушение. Сегодня прям благотворно все идет пока что. Чем то, что мы еще не были на новой тычанке. Если честно, я не помню, что там сделать надо, но там, по-моему, ничего особенного. Вроде как. Там откуда-то у меня уже 90% перспективности, а это значит, что это осталось чуть-чуть, чтобы получить аванпост. И я надеюсь, что на эту прекрасную планету нас больше не будут посылать. Как Кадарой задолбали просто кардинально. От нее избавиться никак не можешь, потому что все почему-то связывается с Кадарой. Передос. Чё, как это? 300 метров. 300 метров. 300 метров. Воронки какой-нибудь, да? Тебя вряд ли.
с воронкой тут было только одно задание. Вот просто. Просто крушение. Так, это наше. Блин, как же неудобно. И чё? Чё, чуваки? Блин, случайно нажимаю каждый раз эту кнопку. А, новая волна. Кто-то еще остался, что-то понять не могу. Куда все стреляют, не могу понять. Блин, сканируем. Поговорить с выжившими. Пилот. Вы очень вовремя. Перепроходец. Минуты позже и падальщики бы нас освеживали. Вы же это не всерьез? Кто знает, всякое говорят. В изоляции легко стать немного того. А вы не могли бы позвать на помощь? Конечно, Сэм, передай координаты на бурю. Пусть вышлет челнок. Готово, препроходец. Помощь уже в пути. Мы будем ждать тут транспорт, и вряд ли возникнут еще проблемы. Спасибо еще раз. 96. Перспективная 96. И чё? Просто крушение челнока. Челнок, кстати, по-моему, этот. Как его? Либо Цеберский. Кстати, похож очень сильно. Я, конечно, не разбираюсь, но очень сильно похож. Ладно, пошли. Так, идем дальше. Блин, ну сначала секреточка, конечно же. Так, в какую сторону? Туда? Ну, кто бы сомневался. Тут этих реликтов как собак нерезанных. Так. Блин, или у них есть кто-то, кто их вызывает? Понять не могу. Просто откуда они из-под земли просто появляются периодично? Чё, всё? Да, всё. Так, ну пошли. Так, изучить аномалию. Там, по-моему, связано что-то с ковчегом, а что связано? Ч
Черт, это стазис капсул в ковчега надо. Кто-нибудь выжил? Сложно получить четкие данные по всем капсулам сразу. Надо внимательно все проверить. Да, и тут, конечно же, какая-то задница. Так. А чё такие это? Борзые-то? Так кто? Живых организмов не обнаружено, перепроходит. Они все мертвы. Сэм, у нас в базе инициатива должен быть кинчистский слепок Мейсона. Давай сопоставим с тем, что в капсулах. Боже, такое ощущение, тут праздники каждый день. Вы по-любому это слышите. Прям под духом просто. Слишком много отклонений в геноме. Результат отрицательный. Здесь есть энергия. Помоги мне открыть. Перепроходит, признаков жизни нет. Проклятие. Стазис капсула еще работает. Я могу открыть архив данных. Судя по последней записи, эта стазис капсула была выброшена из ковчега на Танус. Может, когда они столкнулись... Время не совпадает. Эту капсулу выброшена после того, как на Танус объявили пропавшим. Мы предполагали, что ковчег уничтожен, но вдруг вот он уцелел. Команда может быть до сих пор жива. И при этом она выбрасывает колонистов в криостазе. Нужно проверить до конца, нет ли в Мейсон в одной из капсул. Чё просканировать? Просканировать стазис капсулы, чтобы найти первопроходца. Ребенок. Турианец, но не перепроходец. Не совпадает. Так, а чё тут еще осталось-то? Объект слишком стар. Это не Мейсон Бара. Ни одной из капсул нет Мейсона Бара. Надеюсь, это означает, что он еще жив. Связаться с... на буре. Ясно. Так, значит, с этим заданием покончено. Так, получается, что тут осталось-то? Что за странности? Как бы у нас еще должно быть задание с тучанкой. Приоритетные задачи. Это даже не считается. Взять лекарство, сделка с Кроганов. И где это? Ты можешь показать мне? Как бы нужно с Кроганами поговорить. Это я прекрасно помню. Что-то не показывается нифига. Пойдем. Сцена даже не отмечалась, вроде бы даже. Так, это куда-то туда. Вот и новая тучанка. Да, новая тучанка. Хочешь сыграть за плохих? Часовой. Проходим, никаких чуваков. Она со мной, это человек-препроходец. Драк, давно тебя не было видно. Меня послал Джоргл Стракс, мне надо поговорить. Значит, Стракс ведет переговоры с Нексусом? Предатель. Думаешь, я тоже предатель? Заткнись, Брэк. Я тут не собираюсь никого мешать, я могу вам помочь. Ты считаешь, что нам нужна помощь? Эй, вы свою работу сделали, теперь отойдите в сторону и пустите их. Но, Драк,
Я разве не ясно сказал тебе заткнуться? Я дам Норди знать, что ты здесь. Хорошо. Переговоры прошли прекрасно. Войти в тронный зал. Ой, насколько я помню, тут еще что-то побочное есть. Насколько помнится. Да. Это типа территория Тучанки, вообще независимая. Это чё? Это как так? Флюорит. Здравствуйте, я заметил, что вы нас слушаете, поклонник доктора Акира, кроганского гения. Я в отчаянии, ведь терминал с его исследования был по ошибке продан старевщику. Нет, хотя... Что там было? Он далеко продвинулся в исследовании физиологии кронгов и генофага. Я был его протеже. Точнее, дружил с его протеже. Блин, давай, а. Данные зашифрованы, но будет плохо, если они попадут не в те руки. Я перешлю координаты и имя того падальщика, который продавал терминал. Кем был доктор Акир? Доктор Акир был ведущим специалистом в области генетики кроганов и был близок к решению проблемы генофага. И речь не о поставленном генетическом изменении, предлагаемом инициативой. У меня есть, точнее, был архив его исследований, надеюсь избавить колонию от генофага. Давай координаты и описание терминала. Готово. Надеюсь, его не вывезли с планеты. Блин, а Кир, это же, по-моему... Если это связано хоть как-то... со второй частью... да, самая настоящая вяленка из Варена. Как делал наш командир. Это такое мясо, которое кладется во время боя между губами и деснами, чтобы запах крови и вкус соли быстрее привели вас в кровавую ярость. Принимаем заказы на всю неделю, только серьезные запросы. У вас старое оружие с особыми деталями, не стоящее того, чтобы платить за дорогой ремонт. У меня есть самодельный микрофабрикатор и несколько сотен лет опыта работы со старыми пушками. Может, вам нужна химическая модификация спинки приклада ему, а может, внутренняя перепрошивка ствола поможет вам. Так, это, короче... Ну, короче, тут про пушки. Тут что-то... Какой-то рецепт. Помню их вкус еще до криозаморозки. Не могу перестать думать о них. Уверена, что название я вспомнила. Точнее, они... То ли азарийский, то ли человеческий на вкус сперва ничего особенного. Просто сладкий, а затем обжигает горло, когда глотаешь. Мне нужно еще. Я записал рецепт, но в нем еще есть ингредиенты, которые тут не найти. Имбирь, кажется, это растение, мускатный орех. Не орех, тоже растение. Гвоздика, красный цветок. Корица, представленная не имею, что это. Представление не имею, что это, может, написал. Неправильно, думаю, это животное с клювом. Все остальное найду сама. Предложение при поставке заблокировано от копирования. Выпуск горячего созвездия 52+, до 4 имбирных печений. Тут, по-моему, еще, да. Тут два задания. Так, теперь это... Ля-ля-ля. Так, и где это? Ага, это прям здесь, господи. Так, и где... Ага. Так, теперь обратно вернусь. Хотя нет, ничего сложного. Так, по-моему, еще один где-то рядом. Тайник. Так, и где этот тайник? О, вон там, на той стороне. Блин, а чё я так раньше так мучилась-то? Тут разговорчики местные.
Магазинчик. Так, сейчас я это возьму. Ай, броня. Так, броня. Падальщик. Вообще бесполезно на самом деле какой-то набор. Поэтому. Так, а что здесь еще было? А, магазинчик. Пойдем посмотрим, что здесь. В магазинчике я давно не была. Где здесь? Ну вы только посмотрите, ты ведь из этих проклятых падальщиков. Я из инициативы Андромеда. Еще хуже. Смотри, если хочешь что-нибудь купить, поговори с продавцом. Я понял его, чтобы не иметь... Я нанял его, чтобы не иметь дела с клиентами. Nexus настоящий рай по сравнению с этим. Не хочется вернуться? Чтобы снова стать вашими цепными псами, чтобы с нами обращались как с животными, пока снова. Чем это отличается от бунта на родине? Нас уважают только, когда мы с вами берем. Глубоко было бы надеяться, что здесь будет иначе. Ты говоришь, как будто застал восстание. Ты ведь не можешь быть ровесником Драка. А что это значит? Я родился в последний его год, как раз перед тем, как турианцы использовали... У меня отец погиб в бою на Кеннерме. Чтобы с ними справиться, потребовалось 20 турианцев. Я рад, что он не дожил до того, чтобы увидеть на грузовом трюме Нексуса, как зверушек. То барахло, что ты собираешь, наверняка привлекает толпы. Их не так много, я собираю барахло, а такси для таких... Я не подхожу слишком близко к ночлежке, падальщики собираются там, как насекомые. Я свое барахло от такой стаи защищать не могу. До чего дошло? Я был своим воином. Теперь вою с крысами. С кучей мусора. Я буду здесь мусор подавать. Торговец. Давай. Припроходит, добро пожаловать. Нельзя приветствовать чужака в своей колонии, глупый ты ребенок. Молчи, старик. Прошу прощения, не надо на него обращать внимание. Кредиты не пахнут, вот как я говорю. Время попался, ты приветливый. Просто не нужно спешить, скоро все увидят, что... Сейчас лучше что-нибудь купить, пока не... Утиль. Фига. Утиль, прям как на... А что тут есть? Что у тебя есть? Только дробовики, ну логично, ты же Кроган. Так, давай что-нибудь продадим. Мне это, в принципе, денег сильно не доставит, потому что у меня деньги эти уже девать некуда. Пусть будет так хотя бы. Так, и тут еще что-то было. Так, это где? Наверху, что ли? Наверное, наверху. Да-да-да. Кроган, поселенец, я видел облако. Настоящее облако.
Я в твоих странствиях тебе встречались? Иногда. А ты встречал Ангара по имени? Нет, не думаю, что. Она была барахольщицей, постоянно заглядывала на Айладан. После приземления всегда сначала сюда. Мы вместе карабкались по дюнам, любовались видами, болтали часами. Лете было тяжело в такую жару, поэтому я обещал сделать ей криобраслет. А вы с ней... Ну, ты понимаешь. Мы были друзьями, по крайней мере, мне так казалось. Однажды она просто перестала появляться, я не знаю, где она, и вижу ли я ее когда-нибудь снова. Ты считаешь, с ней что-то случилось? Может, она нашла новую работу, может, надоела Ладан. Но если есть хоть небольшая вероятность, что она в беде, неизвестность невыносима. Я могу найти ее для тебя, узнать, все ли с ней хорошо. В Эдеме есть одна скупщица, она может что-то знать. Было бы здорово, дашь ей какой-то браслет, ей найдешь ее. Передай ей, что с ним она может снова заглянуть в гости. Спасибо, препоходится. Вы, кажется, не такой, как другие Кроганы. Отец называл меня Сларианцем в теле Крогана, хотел оскорбить. А что такого? Мне нравятся Сларианцы. А что вы здесь делаете? Смотрю, на родной планете у нас не было времени стоять и смотреть. А здесь у вас другая жизнь? Там была одна забота — выжить, а здесь нам не надо было все время сражаться. Конечно, старые Кроганы все равно думают, что сражаться надо. Наверное, это у них... Они изменятся. Вам, похоже, легко было решаться. Новая галактика, новая жизнь. Я не хотел быть наемником, как отец, или выживать на Тучанке. Даже немного жаль было ложиться в криостаз. Хотелось увидеть весь полет. Вам было бы одиноко. Одиночество меня никогда не беспокоило. Вид на космос того бы стоил. Мне надо идти. Такая романтичная натура. Не используйте сварочный аппарат. Ну, это так. Вождь Норда сказал мне улучшить турели. Так, ну, техника безопасности. Так. Так. Вот я, кстати, не знаю. Стоит ли сейчас идти в тронный зал или сделать то, что они сейчас просят? Выход-то здесь, да, где-то? Ага, выход здесь, окей. Я думаю, меня пустят же. Угу. Тут два задания сразу. Ой, да ладно, пойдем в тронный зал, что она скажет. Потому что что-то я как-то это... Это вниз куда-то. Ой, господи, здесь такая навигация, просто хочется... Так, что у нас здесь? Просто надо запомнить, где здесь вход в... В принципе, если мы потом пойдем и выполним задание... С этим проблем не должно быть. О, еще одно задание. Чё за прелесть-то? Так, а где это? Ну, тут, в принципе, терминал. Мясо варено. Вопросы хочу прояснить, что самая настоящая вилянка. Мясо варено, протеин. Короче, служба очистки.
Иногда бывают задания через Кроган из колонии. Может, ты поговоришь со мной? Мягкие и уязвимые люди должны держаться подальше от местной фауны. Ты говоришь что-то о черве? О черве? Огромном, неуязвимом. Ты его не пропустишь. Он порой вылезает из дюн, перепахивает все на своем пути. Нужно бояться его нападения. Насколько я знаю, ему на нас плевать. Но на дороге у него лучше не стоять. Раздавит в клочья и разорвет. Спасибо за предупреждение. Глубинный реликт. Так, опять пропало. Нет, не пропало. Сейчас посмотрю. Ой, кушайте. Так. Мама. Все в эту сторону. Кстати, я почему-то думала всегда, что модель пути предназначения. Путь предназначения — это же Барка, listen to yourself. I know what I saw. Я знаю, что я видел. Этот червяк думал, что я не замечу. Это мой отряд. Я на грени и черта. С2 позволю им слушаться его приказов. Что тебе нужно? Разберитесь с этим, Тортик, или я разберусь. То, Кортик. Мне нередко кажется, что кроме меня никто не пытается уберечь эту колонию. Проблемы? Варка и Грен, когда давно воевали вместе, причем ключу, но вечно соперничая. Это сделало их сильнее. Теперь у них не осталось врагов, поэтому они воюют друг с другом. Я вижу, как напряжение растет. Колонисты начинают разделяться. Так и начинаются клановые войны. Похоже, им просто нужен кто-то. Именно это им и надо. Лучший способ положить конец этой вражде — совершить обряд единения. А именно? Выставить их на ринг против зверя, пусть сражаются вместе. Победа над общим врагом создает крепкие узы. Кроган относится к этому серьезно. Помоги мне совершить обряд, и мы сможем укрепить колонию. Как я могу помочь устроить обряд? Ну, во-первых, им нужен противник. Надеюсь, ты не меня имеешь в виду. Нет, мне нужно, чтобы ты загнала зверя на арену. Шаман для этого использует особую приманку. Она поможет его усмирить. Ты и правда считаешь, что Варка и Грен могли? Большие проблемы начинаются с малых, я не хочу рисковать. Но я сделаю все возможное. Хорошо. Установи приманку в диких землях, чтобы привлечь демона. Чудовище поначалу может быть раздражительным, так что я постараюсь Варка и Грену не дать перегрызть друг другу глотки до возвращения. Ясно, так. Это тоже, по-моему, за пределами. Да? Да. Ну, как бы с ней поговорить-то все равно надо. Она тоже что-то скажет. Так. Сохраню. Брэнк? Меня прислал Стракс. Он говорит: «Эй». Да, встретимся возле арены. Эй, Нексус, здесь как ко мне следует обращаться? Ты Норда? Я Накмор Норда, владычица Кроганов Илия. Владычица? Драк, Кэш сказал, у тебя появилась работа, а я тебе не говорила?
И, похоже, передо мной прославленный перепроходит Зигиперона. Я Райдер. Как волнующе, никогда не видел перепроходцы так близко, а все потому, что у Кроганов их нет. Приветствую на новой Тучанке. Серьезно, что-то не похоже, что ты была рада встрече. А я и не рада. Тебя не было рядом, когда Расс и Нексус сговорились и опять обманули Кроганов. Галактика новая, а дерьмо тоже. Прошу лишь вспомнить о невиновности Норда. Зачем ты здесь припроходишь? Хочешь полюбоваться успешной колонией? Мы ставим аванпост и хотим обменяться опытом. Ваши махинации слишком очевидны. Никакого обмена, только соболезнования. Кроганы будут процветать, инициатива ждет расплата. Убирайся с глаз моих, пока не убила. Я обдумаю твои слова. До встречи. Я не помню, что здесь конкретно сделать надо. У Норды тяжелый нрав, но сегодня она удивила даже меня. Не к добру это. Да, возможно. Инициатива ждет расплата, то есть нас, звучит пугающе. Прежде чем что-то предпринимать, поговорим вот с тем Кроганом. А как туда попасть? Урднот Грот? Серьезно? Райдер, это Грот, мой старый друг, он тут практически все построил. Не переживай из-за того, что он Урднот, с этого ничего. Что думаешь о колонии? Круто ведь, а? Когда ты сказал про колонию, мне не так это все представлялось. Почему молчал? Я поначалу в тебе не был уверен. А когда мы прибыли сюда, проще было бы тебе все показать. В сельском стиле, да. Это мы и добивали сельского духа. Наверное, у тебя есть вопросы? Тут много готовых старых материалов, а еще челноки. Многое из этого хранилось у нас с Нексуса. Остальное мы украли во время отбытия, правда, никто нам не стал бы мешать. Давно мы здесь? С тех пор, как мы покинули Нексус, сразу после мятежа. Все так просто, покинуть Нексус, основать колонию. Мы же Кроганы, малыш. Не можем... Могли бы обосноваться на вулкане и не жаловаться. А эти растения, здесь откуда они взялись? С того дня, как клан сюда добрался, Ворн с помощником трудился в теплице. Мы ему с Харком построили уютные такие квартирники, свет, все дела. Растения на новой Тучанке растут куда лучше, чем дома. Радиации здесь меньше. Тут настоящий дом, Драк. Ты ведь моложе не становишься, о пенсии не думал? Не раньше, чем ты мне могилу откроешь, старикан. Печальное будет занятие. Откуда ты знаешь Драка? Мы в шахте работали, когда у нас еще причиндалы не отросли. С тех пор никак не могу от него отделаться. Потом поговорим. Так, а куда? Блин, а как туда попасть-то, господи? Ой, как здесь все запутано. Окей. А тут тогда что? Выход. Окей. Подожди, тут еще что ли тайник? Серьезно? Да ё-моё. И где этот тайник? Это же стимул. Да ё-моё. Где он может быть?
Ой, тайник, тайник, тайник. Блин, ну тут, как обычно, проведу полдня. И ни хрена не найду, конечно же. Так где он может быть-то? Блин, из-за того, что здесь постоянно, короче, вот эти плоскости меняются, это жесть просто. Типа он в этой плоскости. А тут что? Тут ничего. Стой! Да стой же ты. Это было? Это и было? Тайник, да? Фига себе. Окей, ладно. Менеджер молотильщиков. Хочешь удвоить кредиты? Поставь на кровавых молотильщиков. Давай, чё. Я рискну. Битва Варана. А, да. Ну, спасибо, что сказал. Бой еще идет, ну давай. Все? Ой, ладно, хватит фигней страдать. Так. Чё-то как-то... Короче, кому надо будет посчитать. Равенор Брэнк. Тише, если кто-то скажет Норде, что мы говорили, меня вышвырнут. Я вовсе не жалею о гибели или Нексуса, не этой колонии. Как и не я. Ко всему клану. Но кланам Джангл и Уднот, да и из клана Нокмор, не все заслужили. Ясно. Видите при посадке разбившийся корабль? Норде нужно ядро двигателя. Зачем? Это технология реликтов. Может, ее... Не Мелирюнду, она делает бомбу. Ядро двигателя послушает зарядом. Сэм? Дело рискованное, но ничего невозможного не вижу. Продрывники месяцами боролись за стенами, отбивались от роботов и падальщиков. Большинство пока жаждет мира с Нексусом. Если Норда заполучит ядро двигателя, бум, все кончено. А теперь отвали. Спасибо, Брэнк. И что? А, теперь... Блин, а как-нибудь можно сразу телепортнуться? О, как хорошо. Так, подожди.
Где мы находимся? Вопрос. Ну, ладно, пошли. По сути, там больше ничего нет, поэтому... Так. Отправиться на заброшенный корабль реликтов. Не уверена, что я за полчаса хотя бы успею это. Корабль, что просто обычный реликт. Что-то в упор не помню это задание, если честно. Падальщики уже несколько месяцев пытались что-то здесь добыть. О, падальщики, да. Я в упор просто вообще их не вижу. Найти вход. Найти вход. Найти вход куда? Тут пусто. Контейнер. Так, ладно. Давай. Коняшка моя, коняшка. А давай мы просто пройдем. Я понимаю, что здесь... Блин. Тут, скорее всего, надо было пешком идти. Ну окей. Что здесь? Ой, как же это не к добру-то. А для чего это? А, как обычно, собирать глифы. Вроде все. Один гриф? Серьезно? Если честно, сейчас я даже не сильно молюсь, чтобы была загадка, потому что после прошлой загадки я люблю их, но не знаю. Сейчас уже почти 2 часа. Подключиться к устройству реликтов. Давайте мы это... Ну да. Откуда у меня 4 этих? Так. Ладно. Попробуем решить. А тут что? Тут... Что здесь вообще есть? А еще вот эта вот штука. Окей.
Это вот штука. А здесь тогда что? Вот эта штука. Ой, так. Что здесь? Ну, вроде как да. А здесь тогда получается... Нет, не галочка. Вот эта вот штука. Жуть полнейший. Так. Так. Ну, это точно вот так вот. И... Угу. Вот так вот. А здесь тогда... Вот эта вот штука. Ну, мне не нравится, как они тут пересекаются. Прям вообще не нравится. Так, а тут чего не хватает? Тут не хватает... этой штуки. Тут, скорее всего, да, вот так вот. А здесь... Так, а тут... Чего не хватает? Вот так вот. Да, у меня похож талант. Да, вот, вот то прошлое было намного сложнее. Я не знаю, как они его построили. Просто структуру прохождения из-за того, что там, короче, было куча вариантов. И там, получается, почему-то один вариант дали. То есть здесь по-любому видно, что, возможно, здесь не один вариант, и это рассматривается. А там что-то прям задница какая-то. Так, заброшенный. Блин, по сути, это нифига не корабль, это... Ну, что-то я не знаю, это не похоже на корабль. Просто ни разу не похоже. О, здесь так круто, так мило. Эладен для меня загадка. Адская загадка. Безумие, убийство, еще и водяная мафия. Беззаконие. Чтобы смириться с таким риском, награда для нападающих должна быть, судя по информации из Кадаря, необработанного материала из построек реликтов, очень ценны. Урон нанесен серьезный, ступай осторожно. Здесь мы сумеем найти проход к ядру двигателя, затем и... Куда-то там... Опасно приблизиться к Сверне. Рекомендую действовать очень осторожно. Тебе легко говорить. Я обязан это говорить. Черт, как же больно. Я же говорил. Ну хотя бы до сих пор работает. Если какие-нибудь теории насчет этого корабля, ты про крушение? Поджарила. Это, конечно, но где команда? Что с ней случилось? Откуда они пришли? Корабль выглядит, как будто она не целее. Ну, возможно, так и есть. Как бы... Что здесь вообще такое есть? Контейнер. Ну, несмотря на сложность вообще всей этой планеты,
Ладан, пожалуй, наверное, самый из них. Так, еще на той стороне что-то есть. Возможно. А возможно, нет. Вот там, наверное, есть. Нет, нету. Так, окей. На Краполе-то мало похоже, но пусть будет. Если ты относишься к роботам убийцам, то я не против. Там что-то было написано, но я, конечно же, пока бежала, не прочитала. Обвалилась, типа. Из-за старости постройки. Наверное, это терминал доступа к код ядра двигателя. Да, Райдер, я думаю, это ты совершишь. Разговариваешь сама с собой, да? Точно, ладно, я просто проверить. Сейчас, подождите. Тут что-то есть, наверное, по этим сторонам. Я же не могу просто взять и не проверить. Так. Здесь по-любому, наверное, открывается, да? А здесь что? Что-то здесь прям красным горит. Ага. Закрыто. Надеюсь, больше никакой загадочки не будет. Ядро двигателя здесь нет. Здесь кто-то побывал, но пришел не тем путем, что и мы. Это был корпус серьезно поврежден. Кто-то нашел другой проход. Вот так и случается, когда идешь с парадного хода. Чьих это рук дело? Когда найду это отродье, что украло мое ядро двигателя. Ладно, может, я принимаю это слишком близко к сердцу, но надо их выследить. Найти другой выход заброшенного корабля. Я как понимаю, она, наверное, открыта будет с той стороны, да? Вот там. Ха. Думаю, это не отсюда. Сигнальные огни — это точно не реликты. Чужаки, наверное, зашли отсюда. Потому что у нас выбора нету. Так. Как бы... Нет, кстати, как переливается, кстати, это прикольно, так ходишь. Это корабль, это какого вообще размера надо иметь, чтобы это было... Еще огни, видимо, мы идем в верном направлении. Очень хорошо, что воры оставили для нас такой четкий. Очень удобно, я бы не хотела здесь заблудиться. Кстати говоря, да. Еще меня волнует вопрос, где достать дополнительные какие-то отходы, так сказать, для Пиби, Релтеха. Потому что особо нигде ничего не попадается. Ох ты ж. Мертвые падальщики меня не удивляют.
Они неспроста по заднице получили. Музычка здесь прям такая, это такая. Блин, я не вижу. Не вижу, в кого стрелять. Да, блин. Так, что здесь? В принципе, здесь заблудиться. Вот. Ну, из-за того, что это нифига не хранилище. Здесь, а просто какое-то сюжетное ответвление. Наверное, здесь не учтено это. Так, а ты можешь это? Ну, так, на всякий случай. Потому что свою пушку я никогда не променяю ни на что. Так, а чё, куда? Найти другой. Выход. Так, ну по сути это выход. Да, вон свет горит. Свет горит. Фига себе. Вот это значит, как они проникли на Нурдаль. Это не Норда забрала ядро двигателя. Если она не знала про вход, то это не стало бы так измываться. Вламываться. Так, а что здесь у нас? Хрена здесь сооружение. На корабль это мало похоже, но пусть будет корабль. Ай, да наконец-то мы снова солнце. Яркое, обжигающее, яркое солнце. Опять мы там, где никогда не находили солнце. Видимо, вас отправляем на передовую станцию. Сэм сохранил сигнатуру. Ядра двигателя реликтов. Сможешь отследить? Будет непросто. Точно сканировать отсюда... Что сможешь? Нам надо найти вора. Падальщики. Думаю, у меня есть кое-что. Обновляю систему навигации. И чё? Что-то точка интереса. Так, надо вызвать подкачевника, как я понимаю, да? Пойдем. Так, а чё мне там? А, я случайно. Я случайно. Так, чё, куда? Конечно, многие скажут, что это... Ой, это как во второй части Mass Effect, заброшенный корабль жнецов или коллекционеров, чё там было. Ну, и чё? По крайней мере, меня это не сильно напрягает, как во второй части. Напомню, как мы будем искать ядро двигателя по энергетической... Изучение ядра двигателя обладало уникальным показателем, который раньше мне его техники... Чтобы такой корабль не... Много... Чтобы двигаться, нужно много энергии. Суви нужно с этим проследить и сказать, как... Когда мы окажемся рядом, не хотелось бы... Короче, для такого большого корабля нужно много... Прекрасно, но почему нужное место никогда не оказывается тихим борцом и цветочным полем? Я не смогу завершить сканирование, пока мы не подойдем ближе. Вперед, нам нужны стейки из кого-то. В общем, то, что мы здесь были уже, это интересно. Проходит, судя по найденным самым сигнатуре, ядро двигателя, оно где-то рядом с тобой. But also desperate, and desperate is bad. What's this thing worth to them?
Это тут что ли? Так, где-то тут. А, начинается, похоже, утро с этим сканированием. Это просто обалдеть. Чуваки, как мощный-то. Поищи ядро двигателя. Сканирование завершено. Судя по показателям, ядро двигателя здесь. Интересно, что скажет Норка, мы принесем ядро. Или если я его найду, конечно. Потому что что-то я не понимаю даже, как оно выглядит. Вот это что ли? Вот в некоторых местах вот эта вот фишка... Вот сделано, не знаю зачем. И чё, и как? Ух ты ж мать. Ядро двигателя здесь нет. Суви, Сэм, что происходит? При проходе ядро было там, и судя по полученным показателям, совсем недавно. Вечно мне не везет. Порой я кажусь себе полной неудачницей в прямом смысле этого слова. Не замечала такого. Скажи честно, это возможно, к примеру, это на генетическом уровне. Об этом тебе лучше поговорить с Лекси. Лучше не стоит. И чё теперь? Как бы, ну... Осветите перемещение украденного. Теперь в другую часть, что ли, перейти? Окей. Просто хотелось бы хотя бы это задание закончить. Ой. Короче, по всем местам, где мы раньше были, будем ездить. Так, так, так. По сути, тут осталось реально ничего и... Блин. У нас ведь еще есть показатель еда двигателя. Нужно его... Полезные ресурсы. Идите в задницу. Ты будешь сегодня сканировать, нет? Ой, господи. Обнаружены следы радиации ядра двигателя. Горло перерезано недавно. Угол позволяет предположить нападение сзади. Обнаружена слабая сигнатура ядра двигателя. Да ну не беси меня, а! Перепроходец обнаружен, сейчас чувствую стоит ядра двигателя, но оно точно не здесь. Я догадалась. Я не зря сделал акцент на слове «точно». Сэм, это был сарказм? Не намеренный, но я обратил внимание, что именно такие мои слова и восприняли. Это ядро настолько ценно, что за него готовы были... Я победитель и прибрал его к рукам. Стоит отследить.
его найти подсказку, куда его могли направить. Что? Оследите перемещение украденного ядра и верните его сюда. Как я должна это сделать? Ты можешь сказать мне об этом? Тут еще что-то. Больше я тут ничего не вижу. Блок данных. Ядро двигателя ждем на базе. Внимательно, может быть слежка. Приоритет максимальный. Новый код доступа. Пароль кому-то может прийти в голову, записать свой пароль. Ну, хрен знает. Может, кому-то и пришло в голову. Так, следующее место, да? Проверим этот лагерь, да? При проходе горючая жидкость, если не ее выстрелить, взорвется. Сейчас, секунду. Блин, придурки. Взорвется, определенно взорвется. И чё? Приходится, это канистр было прикреплено устройство слежения. Зачем? Неизвестно, сигнал пропал, на других локациях падочков могут быть еще канистры. Короче, это такая. Там внутри, кстати, может быть что-то быть. Ничем. Давай. Так, куда мы там ехали? За спелыми орехами. Наверное, стоит дальше искать ядро двигателя. У меня маяк стоит. Можно не говорить об этом. Блин, это с той стороны, что ли? Блин, скорее всего. Как мне туда попасть, в теории? Нет, в принципе, вроде бы здесь позволяет. Но я вечно пути какие-то ищу, не совсем стандартные. Фига, он маневренный стал. This place is a den of scum. Keep your eyes open. You ever hear the saying honor among thieves? Так. Yeah, but I don't believe everything I hear. Чё-то ни хрена не понимаю, где это.
А, это внутрь, что ли? Господи. Окей. Тут какой-то вход. Похоже, такая же хрень, как и на Эладане. Только здесь что-то вообще пусто. Даже минералов нет. Так, а тут что? Ночлежка падальщиков. Я, по-моему, кстати, на эту или на какую-то другую ночлежку вообще случайно нашла. Я в первый раз, короче, слишком... Любопытство повышенное, короче, было. Еще какие непробиваемые, да? Чуть не вижу ни хрена. Вроде управились, пора отыскать ядро двигателя. Пошли искать что. Так, что здесь? Что здесь? Пойдем по низу сначала. Консоль реликтов. Что происходит? Стракс и его ребята на самом деле забрали ядро реликтов? Мне кажется, что меня использовали. Точно пока не знаю, Драк, что думаешь? Кое-что думаю. Клан Джоргл хуже всех. Неуравновешенный, ненадежный. Думаешь, Стракс хочет собрать бомбу? Или просто продать ее на Кадару? Я не знаю, но хочу поскорее выяснить. Меня мучает любопытство. Можно ли угадать мотивацию? Драк, сделай даже она не рассказывай об этом Кроганам. Я хочу лично пообщаться с Нордой и Страксом. Ясно. Где нужно отсюда отправить опергруппу? Ясно, сделаю. Сэм, смени код по двери и передай его Гиллу. На эту технику сберечь. Возможно, это самый мощный образец из всех, что я видела. Буду рада, когда это все закончится. Хочется в душ, чтобы еще там... Кстати, это воды. Лучший вариант выкупаться в пыли, как у Кроганов заведено. Ну, в принципе, можно на этом закончить. Сейчас побегаем, что здесь вообще есть. Уж больно тут всего дофига. Ладно, пошли, сейчас выйдем наружу. Два ноль девять. Выползем. Ой, куда это мы вползли? Так, на открытую пас. Что у нас здесь, короче? Так. Ну, в принципе, короче, сохраняемся. И надеюсь, следующая серия будет последней по Эладану. Ну и потом, возможно... Хотя нас не должны посылать сюда больше. Но кто знает. Итак, с вами была Мисс Шепард. До следующей серии. Всем пока!